Добрый день! Сегодня мы будем готовить салат к мясу. Рецепт очень простой. Берем вишню. Ее надо отделить от косточек. Я просто отделяю. Так как ее потом надо будет резать, то я сразу разрываю. Можно разорвать. Вишня должна быть спелая. Для стакана вишни нам нужна луковичка одна. Мы ее разрезаем и полукольцами режем. Лук обязательно перед тем, как бросать вишню, надо дважды облить кипятком. Мы опускаем его в чашку. Кипяток у меня уже готовый. Я выливаю. Накроем тарелочкой, минуту постоит, мы сольем и повторно зальем кипятком. Сейчас вишню еще закончим вынимать косточки. Косточки мы закончили вынимать. В кипятке постояло, сольем кипяток и зальем повторно. Второй раз у нас закипел чайник, снова заливаем кипятком. И еще минутку накроем, постоит. Лук наш постоял второй раз, залитый кипятком. Теперь мы его достаем, кладем на тарелочку. Он должен остыть. Теперь мы его слегка посолим. Немножечко взять соли. Перемешаем. И выложим нашу вишню. Салат должен постоять, пока лук весь остынет. А лук не будет такой же температуры, как и сама вишня, прохладный. Можно потом поставить еще даже в холодильник. Вот такой вид имеет наш салат. По вкусу можете сделать и попробовать. Приятного аппетита!